Тут еще вон поят шампанским. Вот эта корзина такая огромная. Вот. Сейчас будет сейчас 5:41. Через 15 минут будет рассвет. И, наверное, мы туда полетим посмотреть на рассвет. Да, они интересно делают. Они вначале они присаживаются, потом взлетают опять. Они летают высоко и между этими всеми горами. Присадили нас вначале, сейчас опять набираем. Опять присаживаемся. Низко-низко идем. А эти уже поднялись. Вон там. Вон шар вообще за гряду сел. Ух ты, Даш, смотри. Видишь, домик. Приземляемся. Час полета, максимальная высота между 600. О, турецкий шарик классный. Смотри, турецкий шар классный. Это что сыпется такое? Дождь? Это пыль. Блин, сказать, что это круто, это вообще ничего не сказать. Это настолько офигенно вообще. И в конце шампанское это сладенькое. Нам повезло с погодой, с днем. Вообще этот полет длился 1:20. Он пока, ну, прицентровался. Мягко он садит прямо корзину на тележку. Потом складывает вот шар. Это кайф сегодня. Тихо-тихо. Ну, эмоции все не описать словами. Просто он, шар заходит за гору. Обалдеть. Обалдеть. Обалденно. Sometimes I feel like a mother.